На сегодняшний день от Матфея святое благовествование. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками, он по динарию на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на той же сцене праздно. И им сказал: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будете, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого, девятого часа, сделал то же. И, наконец-то, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорил им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И прошедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Это последние работали один час, а ты сравнял их с нами, принесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? И возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? И так будут последние первыми, первые последними, ибо много званых, а мало избранных».